Коллеги, всем привет! Давайте сразу проверим звук. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Видно меня, слышно меня? Отлично. Да, вижу, что все прекрасно. Итак, здравствуйте, доброе утро, добрый день, в зависимости от того, какая у вас часть дня. Меня зовут Ксения Михайлова, я куратор онлайн-выставок Profit Travel, и я приветствую вас от лица компании на онлайн-выставке «Знай наше 2020». И сразу хочу вас поблагодарить за то, что в это непростое время вы остаетесь с нами, проявляете интерес к выставке. И мы не только благодарны вам за преданность и такой повышенный интерес, но и стараемся делать на самом деле все возможное и даже невозможное, чтобы не просто держать вас в курсе нынешней ситуации на туристическом рынке, но и предоставлять всю самую актуальную и нужную информацию из первых рук. И именно поэтому сейчас на онлайн-выставке «Знай наше 2020» компания Profit Travel при активном содействии Ростуризма собрали именно тех, от кого зависит сегодня массовый туризм в России. И ни у кого уже не вызывает на самом деле сомнения, что сезон 2020 во всем мире будет совершенно иным. И, разумеется, туристический сезон в России тоже. Но также уже не вызывает сомнения тот факт, что восстановление внутреннего туризма произойдет значительно раньше зарубежных направлений. И вот именно помочь вам подготовиться к этому старту сезона, который будет сильно отличаться от всех остальных сезонов, главная задача нашей выставки «Знай наше 2020». И если вы уже успели посмотреть, изучить расписание нашей прекрасной выставки, вы, возможно, уже успели оценить и масштаб «Знай наше 2020». С нами в этот раз 20 регионов, и мы с полной уверенностью говорим, что с нами действительно вся Россия, с запада на восток, с севера на юг, буквально от Мурманска до Владивостока, от Карелии до Камчатки и Магадана. Кроме того, с нами более 20 федеральных и региональных туроператоров, отели, курорты, другие игроки туристического рынка. Выставка продлится целых 3 недели до 30 апреля. И с таким масштабом, разумеется, если бы все зависело только от нас, мы сами поставили туризм на путь восстановления, но, к сожалению, не все так просто. И на самом деле такой масштаб стал возможен благодаря всесторонней поддержке, которую мы получили буквально от огромного количества наших партнеров и друзей. В первую очередь это, конечно, Ростуризм, который в этом году предоставил не только информационную поддержку, но также и выступил активным участником выставки. Об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Также огромное спасибо нашему генеральному партнеру, Комитету по туризму города Москвы, у которого, кстати, на странице выставки есть отдельный блог со своими онлайн-стендами, участниками и партнерами. Пожалуйста, не забывайте и не пропустите его. И еще 3 наших важных партнера – это курорт Красная Поляна, Ярославская область и Самарская область. Огромное спасибо и Ростуризму, и нашим партнерам за то, что помогли организовать такой масштаб нашей выставки и, что не менее важно, даже, скорее всего, более важно, обеспечить диалог всех участников. Кстати, хочу сказать, что некоторые из наших партнеров предоставили призы в основной призовой фонд нашей выставки. Я сейчас немножко поясню, что это такое. Для тех, кто с нами уже достаточно давно, они знают, как это работает, зачем нужны призы и как их можно получить. Для всех остальных такая информация. В течение следующих 3 недель, посещая презентации в прямом эфире, изучая стенды экспонентов, скачивая каталоги, вы получаете не только информацию, которая, разумеется, практически бесценна, но и специальные баллы лоялти. И в конце, на закрывающем эфире 30 апреля, мы посчитаем все эти баллы
И лидеры рейтинга, а также те, кто отстают от них не более чем на 400 баллов, будут претендовать на призовой фонд выставки. Это тур в Москву с перелетом и проживанием, ваучер в отель Мовенпик Красная Поляна на курорте Красная Поляна на двоих и ваучер в отель Горки Панорама также на курорте Красная Поляна на двоих. И сейчас, коллеги, мы от вас получаем огромное количество вопросов о расхождениях в количестве баллов. И поэтому я хочу вас сейчас успокоить и сказать, что, пожалуйста, не переживайте. К нам до сих пор, несмотря на то, что сегодня у нас состоялся старт выставки, приходят туристические компании и даже регионы с новой информацией, приходят новые клиенты и экспоненты. Какие-то стенды мы закрываем и обновляем информацию, дополняем, какие-то стенды вновь открываем. И буквально к середине следующей недели вся эта ситуация с баллами устаканится, выровняется, и, в общем, не переживайте, все будет хорошо, мы следим за изменениями в баллах очень тщательно. Ну и теперь поговорим о том, что же интересного ждет нас на этой выставке, о самых главных событиях. Буквально сразу после моего эфира мы встречаемся с курортом Красная Поляна, и сегодня у нас предстоит день курорта Красная Поляна. Сейчас мы все знаем, что курорт закрыт до 1 июня 2020 года, но он вот 1 июня как раз возобновит работу. И как раз о том, что же изменится на курорте в связи с нынешней ситуацией в туризме и какие новые возможности и форматы отдыха будут доступны. Как раз об этом мы будем говорить весь сегодняшний день в прямом эфире. На самом деле, я уже знаю, о чем вам расскажут, поэтому с полной уверенностью могу сказать, что это именно та информация, которую нужно узнать уже сейчас. Одно из самых главных мероприятий выставки это произойдет, разумеется, 13 апреля. 13 апреля мы соберем в прямом эфире первых лиц Ростуризма, глав региональных министерств и федеральных туроператоров, чтобы рассказать о том, на какую же поддержку может рассчитывать турбизнес. Туроператоры расскажут о своих планах, связанных с российскими направлениями, а регионы о готовности к сезону. И подготовиться к нестандартному сезону и оценить актуальную обстановку в регионах турбизнесу в рамках этого эфира нам помогут советник главы Ростуризма Елена Лысенькова, заместитель генерального директора ОСИ Ольга Захарова, председатель комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева, председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич, директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рябакова, руководитель департамента туризма Самарской области Артур Абдрашитов, директор по стратегическому планированию развития курорта Красная Поляна Ольга Филипенкова. Модераторами выступят советник главы Ростуризма Наталья Осипова и генеральный директор Profit Travel Алексей Венкин. Невероятно полезный и очень интересный эфир. Подробную программу и темы, которые будут обсуждаться, вы, разумеется, можете найти на странице онлайн-выставки в нашем расписании. А также в этот же день, уже немножко попозже, после обеда, состоится откровенный разговор с туроператорами. Туроператоры поднимут острые вопросы для российского рынка и попробуют найти им решение. И о том, какие же полеты на чартерах в этом году, возможно, станут доступны в России, поговорим с замдиректором туроператора «Анекс Тур» Яной Муромовой, генеральным директором «Туи Россия» Тарасом Демурой, генеральным директором «Интуриста» Виктором Тополкаревым, руководителем «Тари Тур» Мариной Левченко и главой санаторно-курортного комплекса «Знания» Дмитрием Богдановым. Модераторами второго эфира также выступят советник главы Ростуризма Наталья Осипова и главный редактор портала «Profit Travel» Артем Чумак. Но на этом, на самом деле, интересности на выставке «Знай наши 2020» не заканчиваются, а только начинаются. И 16 апреля нас всех с вами ждет День Самарской области. Узнаем о оптимистичных планах региона, отдыхе на Волге в сезоне 2020, а также о том, какие шаги предпринимает регион к
подготовке к сезону в этой непростой ситуации. С 20 апреля нас всех с вами ждет неделя Москвы от Мостуризма. Комитет по туризму города Москвы пригласил несколько десятков туристических компаний, которые в течение 5 дней будут готовить вас к старту сезона 2020 в нашей с вами столице. Огромное внимание спикеры уделят вопросу детского отдыха. Не секрет, что проблема с развитием и досугом детей сейчас стоит очень остро. Не совсем понятно, что будет, куда будет развиваться эта туристическая отрасль и что с ней будет в ближайшее время. И вот именно на неделе Москвы экспоненты прольют свет на эту ситуацию непростую и расскажут, что же будет со школьным и образовательным туризмом в ближайшее время. Кроме того, огромное внимание будет уделено новым видам отдыха в столице. В условиях нынешней ситуации проблема состоит еще и в том, что когда мы все с вами выйдем с карантина и ситуация начнет возвращаться на круги своя, в моральном плане туристам будет все еще сложно адаптироваться и заново привыкнуть к массовым мероприятиям, масштабным экскурсиям с большим количеством людей. И туристические компании и туроператоры предвидят эту проблему и готовятся к этой ситуации, обновляя свои программы, предоставляя какие-то индивидуальные экскурсии, придумывая и внедряя новые виды экскурсий с дополненной реальностью, аудиогиды, различные экскурсии на самокатах, также с аудиогидами, еще раз я повторю. И вот как раз обо всем этом мы также поговорим на неделе Москвы. Еще одна дата очень важная – 28 апреля. 28 апреля у нас состоится День партнера Ярославской области, День Ярославской области. И регион уже сейчас на самом деле смело заявляет, что лето 2020 в Ярославии будет без кризиса. А туристы, посетившие регион, смогут оценить новые форматы отдыха и получить максимум впечатлений. И на самом деле, да, регион настроен очень позитивно, и музеи, и парки, и туристические объекты, организаторы фестивалей настроены оптимистично и уверены, что лето в Ярославии действительно не пропадет. И какие же у региона для этого основания, для такого позитивного настроя, мы вот как раз и узнаем 28 апреля. Также в этот день у нас состоится редакционный эфир «Профи Тревел» на тему «Как же турагентам зарабатывать в ближайшее время и куда движутся программы туроператоров». Мы пригласили представителя туроператора «Вант», туроператора «Розовый слон», а также представителей санаторно-курортного комплекса «Знания», чтобы узнать в том числе, куда же движется санаторно-курортный отдых в России в ближайшее время и какие возможности он предоставляет. Не пропустите, на самом деле это будет очень интересный редакционный эфир, хотя можно сказать, что на этой выставке у нас будет интересно вообще практически все. И я сейчас хочу еще раз поздравить вас со стартом этого долгожданного мероприятия и напомнить, что буквально через там полчаса, может быть, чуть-чуть больше, мы снова с вами встретимся в прямом эфире уже с курортом «Красная Поляна». Начнем день курорта «Красная Поляна». Узнаем о новых отелях, обсудим новые возможности и майс-возможности. И, кстати, курорт «Красная Поляна» сегодня за день разыграет 7 ваучеров на проживание в отелях своих курортах. Пожалуйста, не пропустите. А я желаю вам отличного дня. Еще раз поздравляю со стартом нашей прекрасной выставки, 11-й выставки для профессионалов туриндустрии. Спасибо и удачи!